Прекрасный вариант для обеда или завтрака – драники из кабачков без яиц. Такие драники прекрасно подойдут в качестве обеда, перекуса или как добавка к основным блюдам. Драники из кабачков без яиц подавать к столу можно со сметаной или любимым соусом. Для рецепта используем молодые кабачки, добавим для аромата немного сухого чеснока и зелень. Подготовьте ингредиенты. Подготовьте кабачок, вымойте его и просушите. Натрите кабачок средней стружкой. Сложите кабачковую стружку в миску. Добавьте к кабачкам сметану, сухой чеснок, соль, перец. Добавьте к кабачкам сметану, сухой чеснок, соль, перец. Добавьте пшеничную муку. Перемешайте все компоненты. Прогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу в сковороду, жарьте с обеих сторон по несколько минут. Готовые драники подавайте к столу. Приятного аппетита!